Давным-давно в ночную тишь пробрался вор в курятник, Дрыщ. Ну, так его звали, вор по имени Дрыщ. Он курицу схватил большую и очень быстро побежал. Бежал так резво, что ногой задел горящий там фонарь дверной. Ну, естественно, как всем неуклюжим ворам полагается, устроил там самый что ни на есть настоящий пожар. Глядя на пламя из курятни, курятина не молвила ничего. Благодарила просто за спасение, а на героя своего. Вор стал откармливать курятину пшеном, чтобы она еще жирнее, мягче, слаще стала. И что ты думаешь, что эта беззащитная курочка не понимала, что он хочет с ней сделать? Курятина все понимала. Что вор заботился о ней, что он такой хороший малый, что кормит, поит каждый день. Скитаясь вор от дома к дому и грабя все, что ни наесть, курятину за пазухой он прятал и думал, блин, скорее бы ее съесть. Но мыслив, курица все понимала, а понимала она то, что он ни дня без курочки своей прожить не может, что греет он за пазухой ее. И вот однажды курица узрела, как вор взмахнул огромный нож. Но курица все понимала, а понимала на то, что этот вор решил покончить жизнь с собой. О боже, что этот славный парень хочет сделать с собой? Я не дам ему так поступить! Прокричала курятина своим куриным голосочком. Она немедля прыгнула на нож, тем самым защитив его своей тушкой. И умерла она возлюбленной хандрой. Желанной и счастливой курой. А все потому, что была она оптимисткой, правильно смотрела на жизнь, не зациклилась на мелочах, не переживала по пустякам и просто радовалась жизни.